Одесские каратистки взяли престижные награды на чемпионате Европы по карате среди юниоров. Как сообщает Doomsky.net, каратистки Одесского спортивного клуба «Ника» завоевали две золотые медали. Причем одна спортсменка, Полина Гуренко, впервые выступала на чемпионате Европы. А вторая, Ирина Зарецкая, наоборот, сражалась в данной возрастной категории в последний раз. В финале своей юниорской карьеры Зарецкая провела 6 поединков, одолев каждую из соперниц с разгромным счетом. Напомню, уроженец Одесской области, спортсмен из Белгороднестровского Василий Ломаченко – недавно был признан боксером года по версии авторитетного спортивного издания World Boxing News. А в декабре прошлого года этот же титул Васе присудило не менее престижное спортивное издание Fight News. Служащий военно-морских сил Украины, которого вчера задержали в Одессе, является фанатом черноморца и готовился доставить на столичный Майдан целый арсенал оружия. Как пишет Doomsky.net, он сторонник создания так называемой Одесской Народной Республики, по примеру непризнанных ЛДНР. По данным Doomsky, старший матрос Анатолий Б. служил пулеметчиком в 137-м отдельном батальоне морской пехоты, который дислоцируется в Беляевском районе Одесской области. До службы в армии Анатолий был участником фанатской ультрас-группы ФК «Черноморец». Поступив на службу, он стал выяснять у сослуживцев, вернувшихся из зоны АТО, нет ли возможности приобрести на линии фронта партию оружия. Один из них сообщил об этом в СБУ, которая начала с Анатолием игру с покупкой и транспортировкой оружия. В результате подозреваемый был задержан. 2016 году Одесскую область посетили более 3 миллионов туристов, в том числе 700 тысяч иностранцев из 114 стран мира. Статистику, подготовленную на основе данных одного из национальных телеком-операторов, приводит Doomsky.net. Больше всего в Одессу едут киевляне, около 25% всех гостей города. Меньше всего львовяне, менее 5%. Из иностранцев чаще других Одессу посещали россияне, чуть больше 15%, и граждане Молдовы, около 11%. А вот туристы из Израиля и Германии на двоих не преодолели и 4-процентный барьер. 23 февраля в Одессе будет действовать штормовое предупреждение. Как сообщает Doomsky.net, синоптики прогнозируют порывистый юго-западный ветер скоростью до 18 метров в секунду. Днем возможен дождь. Температура воздуха, по данным метеорологов, ночью составит 2-4 градуса выше нуля. А днем столбик термометра поднимется до 13 градусов тепла.